Құрметті көрермендер, эфирде «Қайырлы таң» ақпаратты сазды бағдарламасы. Сіздермен Айнұр Досан. «Қайырлы таң» бағдарламасының бүгінгі санын таңғы шаттығымен бастаймыз. Арнадан алыстамаңыздар. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін сіздермен көркем гимнастикадан жаттықтырушы мен Анара Кәкімова. Қазір мен бірге тыңғы жаттығыны жасауға тырысайық. Ал енді бастайық.
Арнамызға енді қосылғандар болса, қайырлы таң дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін испан тілі күні. Бұл күнді испан тілін сүйіп оқитындардың бәрі атап өтеді. Мереке 2010 жылы Біріккен ұлттар ұйымы департаменті 6 ресми тілдің күндерін белгілеуді ұсынған кезде бекітілді. Және бұл күн тегін таңдалмаған. 12 қазанда Испанияда Келі Пилар күні және испан ұлтының ұлттық күні атап өтіледі. Статистикаға сүйенсек, испан тілі осы тілде сөйлейтіндер саны бойынша әлемде 2-ші орында. Тілдің отаны Еуропа болса да, Латын Америка елдерінде көбірек таралған. Балалар күн әлемнің көптеген елдерінде жылдың әр түрлі күнінде атап өтіледі. Бразилияда балалар күні жыл сайын 12 қазанда тойланады. Мұндай мерекені алғаш рет 1924 жылы атап өткен. 1960 жылы жергілікті Эстрелла компаниясы Джонсон Джонсон фирмасымен бірлесіп, осы күнге арналған балалар тауарларын сатудың алғашқы акциясын өткізді. Промоакция үлкен жетістікке жетті. Оны әрине басқа сауда кәсіпорындары пайдаланды. Жыл сайын балалар мерекесіне арналған сыйлықтар шығара бастады. Бұл күні ата-аналар балаларын саябақтарға, кинотеатрларға, ойын алаңдарына апарады. Назарларыңызға бала тілі балайдарын сынамыз. Мен үш күнді дәлігер болғым келеді. Нанға тандалдың жерім келеді. Ескімнің ауылғанын қаламаймын. Мен үш күнде байтерский боламын. Дәлігер болып келеді. Индиді адаптады. Полицейский. Байтерский. Өз кезінде мен байтерский болғым кетті. Дәлігер шахматист. Маған шахмат ойнауға ұнайды. Мен сіңіліме ойыншықтала белгілі бердім. Ақша, айсанаға сатылған ойыншық. Алдиялыға әнімінге машинка алым келеді. Анама әкеде білемін. Ұялам телефонға машина алам. Анамна гүл сатып алам. Күзде орайы барған сайын суып, адамдардың ұнжырғасын түсіреді. Ал бүгінгі мереке шоколадтан жасалған тосын сыйлар күні, кімге болсын қуаныш сыйлары сөзсіз. Бұл күні бір-бірімізге шоколад ұсынып, тіпті бейтаныс жанға да тарту етуге болады. Бір-біріңізге тосын сый жасап, көңіл күйлеріңізді көтеріңіздер. Сонда бәрі тамаша болады. Кезекті айдарымызға назар аударыңыздар. Тәтті тағамдарға деген тәуелділігіңіздің себебін анықтауға тырысыңыз. Ол үшін өміріңізге анализ жасаңыз. Тәттіні мөлшерсіз жеуге не итермелейді? Егер итермелеуші факторға күйзеліс жатса, тыныштандырушы шай ішіңіз. Егер тәттіге тәуелділігіңіз комплексіңізден болса, психологпен кеңесіңіз. Қалай болғанда да тәуелділікке итермелеуші себепті жою керек. Тәтті жеуді азайту үшін тамақтану мәзіріңізге күрделі көмірсулар қосыңыз. Күрделі көмірсулар жылдам көмірсулар сияқты энергиямен бірден қамтымайды, себебі ұзақ қорытылады. Алайда баяу қанттарға бай өнімдер ұзаққа дейін тоқтық сезімін береді. Яғни, мұндай тамақтардан соң бірнеше сағат бойы тәттіге тартпайды. Мұндай өнімдерге жармалар, кепкен жемістер, жаңғақтар және шемішке жатады. Қантқа тәуелділіктен арылуға жеміс-жидектердің мөлшерін көбейту көмектеседі. Олар фруктозаға бай болғандықтан пайдалы тәтті алмастырушы болып табылады. Жиі цитрус, киви, алма, алмұрт, қара жидек, таңқурай, құлпынай, банан және ананас жеңіз. Ал жүзімнің құрамында фруктозамен қатар глюкоза болғандықтан оны көп жеудің қажеті жоқ. Қанттан арылу үшін пісірмеге және сусынға қанттың орнына бал салыңыз. Табиғи балдың адам денсаулығына еш зияны жоқ. Қанттан жылдам бас тарту үшін ағзаңызды хром микроэлементінің жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етіңіз. Себебі қандағы осы минералды қоспаның жетіспеушілігі тәттіге тәуелділіктің бір себебі. Хромды биологиялық белсенді қоспа ретінде қабылдауға болады, немесе мына азық-түліктерді жеу арқылы алуға болады. Брокколи, картоп, күркетауық еті, мандарин, апельсин, бауыр, бұршақтылар, жұмыртқа, қара құмық.
күнделікті тамақтаны үлесіңіздегі ақуыз үлесін көбейтіңіз. Тамақтағы ақуыз тәттін азайтуға қалай көмектеседі? Протеиндер қандағы қант деңгейінің тұрақтандырады. Сол арқылы тәттіге құштарлығыңыз азаяды. Ақуыздың көп мөлшері балықта, теңіз өнімдерінде, тауық және бөдене жұмыртқасында, сүзбеде және етте бар. Тәтті бірдеңе жегіңіз келген кезде қандай да бір протеинге бай өнім жеп жіберіңіз. Үйдегі барлық тәттіден арылыңыз. Бұл әдіс кондитерлік тәтті тағамның орнына пайдалы бірдеңе жеуге итермелейді. Үйде ешқандай тәтті болмаса, қарныңыздың ашқанын басу үшін үйде бар пайдалы тағамға ғана жеуге мәжбүр боласыз. Супермаркетке барғанда тәтті сататын бөліміне бармаңыз. Жұмысқа барарда жүрек жалғауға тіске басар салып алыңыз. Бұл мақсатқа тек пайдалы тағамдар таңдаңыз. Жаңғақтар, кепкен жемістер, балғын жемістер, тұтас дәнді нан, қара өрігі бар табиғи йогурт, сүзбешелер. Үйден сүзбеден және кебектен диеталық печеньелер пісіріңіз. Кептірілген жемістерден кәмпит жасау, тәттіге тәуелділіктен арылу үшін ащы тағам жеңіз. Тәтті жегіңіз келген кезде гейфрут, қара шоколад бөлігін немесе балдырго қосылған көкөністі салат жеңіз. Таңғы ас ішуді әдетке айналдырыңыз. Ол толыққанды және тойымды болу керек. Таңғы асыңыз тойымды әрі құнарлы болса, түске дейін тоқ жүресіз. Сондықтан тәтті жегіңіз келмейді. Кәмпит немесе торт тілімін жегіңіз келгенде бір стақан су ішіңіз. Тәулігіне 6 стақан су ішуге тырысыңыз. Ол қарынды толтырып, аштық сезімін арылтады. Бастысы ерік жігеріңізді дамытыңыз. Сау әрі сымбатты болу тәттіден бас тартуға арналған ең жақсы мотиватор. Қызылжар телеарнасының таңғы тікелей эфирінде «Қайырлы таң» сазды ақпараттық бағдарламасы өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Жыл сайын 12 қазанда Арменияда темекіге қарсы күн атап өтіледі. Темек шегу тек адам денсаулығын ғана құртып қоймай, психологиялық және басқа да ауруларға әкеп соғады. Және де ондай адамдар тез қартайып, темекі тәуелдігіне ұшырайды. Сондықтан қымбатты көрермендер денсаулыққа зиян әкелетін әдеттерден аулақ болайық, салауатты өмір салтын ұстанайық. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Бүгін біз темекінің зияны туралы айтатын боламыз. Яғни темекі тарту дегеніміз, біз темекі шегудің организмге қандай зиян екенін оны білеміз. Яғни темекі шегу адам өмірін 20-25 жылға өмірін қысқартады. Оның құрамында, біз темекінің құрамында никотин болады, және де азот, сутегі, сосын арган, метан болады. Яғни көбінесе бізде осы қазіргі 21-ші ғасырда көбінесе 18 жастан 25 жас аралығында жасөспірімдер осы темекі шегеді. Қазіргі айтатын болса, қыз келіншектер де темекі шегуге бейім болып келеді. Яғни темекі шегу бізге тыныс жүйелерін, яғни нерв жүйелерін, сонымен қоса асқазан, ұлтабардық зиян келтіреді. Және де бізде қазір қарап отсақ, жүкті әйелдер де темекіні тартып жатады. Яғни бізде темекі тартатын ұлтабарға асқорыту жүйесінің келетін болсақ, яғни бізде асқорыту жүйесінің обыры болуы мүмкін, яғни әртүрлі обыр ауруларына алып келеді. Темекінің құрамында организмді улайтын, яғни никотин болады. Ол, яғни жалпы саны ол 4000-ға дейін жетеді. Көбінесе ол, яғни қан қысымын көтереді, яғни ұсақ тамырларды қысады, сонымен қатар демалысты жиілетеді. Яғни темекіні шеккеннен адам бронхит ауруын шалдығы мүмкін, немесе одан бертін келе, яғни туберкулез ауруын да алып келеді. Сонымен қатар темекіні қалай тастауға болатын деген сұраққа келетін болсақ, темекіні мүлдем тастау мүмкін емес, бірден тастау. Біз бірте-бірте тастауға болады. Немесе ол басқа, мысалға алатын болсақ, никотин пластырын алуға болады, соны жабыстырып, солай тастап кетуге болады. Ол негізі темекі мүлдем тартпау, яғни ол адамның өзін сана сезіміне байланысты болады. Яғни адам өзін алғашқы болашағын ойлау керек. Яғни, мысалға алатын болсақ, темекіні қазір театрларда тартуға болмайды, даланың кез келген жерін тартуға болмайды.
арнайы құбырларда бар жерлерде ғана тартады. Яғни біз темекіні тартсақ, темекіні қойсақ ертеңгі болашағымызды ойлайық, темекі, алкогольді яғни бас тарту керек. Сонымен қатар айта кететін болсақ, егер де шылым тартсаңыз, сіз темекі құрамында героинге қарағанда көбінесе бір жақта зорлық тәуелділікке алып келеді. Яғни темекі тарту алып келетін бүгін никотин бар. Бүгізде біз құмартушылық пайда болады, әжімдер пайда болады, псориаз деген ауру болады, жүрек нақауы да болуы мүмкін. Сонымен қатар бізде ауыз қуысының қатерлі ісіктерін алып келеді. Әжімдер әртүрлі, яғни өкпе обыры. Одан кейін барып бізде асқазан жарасына алып келеді. Сонымен қатар терім зақында өңештің қатерлі ісігіне алып келеді. Мысалға қазір қарап отырсақ, даже дүкендердің өзінде темекінің сыртында қазіргі заманда осы суретке дейін қойып қойған. Мысалға жүректің ақауын, одан кейін барып өкпе обырында суретін қойып қойған. Осы жасөспірімдерге осы суретке қарап, осындай ауруға шалдығуы мүмкін дегендер де осындай көз қараспен қарап қойып қойған. Я, құрметті көрермендер, сонымен біз, яғни, болашаққа айтарым, темекі, алкоголь деген моданы тастаймыз, болашағымызды ары қарай ойлаймыз, табиғатпен және спортпен айналысамыз. Бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әрбір атқан таңдарыңыз қуанышқа, шаттыққа толы болсын. Эфирде бағдарламамыздың келесі шығарылымында жүздескенше аман сау болайық. Дорогие телезрители, в эфире информационно-развлекательная программа «Кайырлы таң» и я ее ведущая Аида Ермекова. Спасибо, что начинаете утро вместе с нами. Я напоминаю, сегодня 12 октября, среда, слушаем музыку и заряжаемся хорошим настроением. Утренняя зарядка полезна, это научно доказанный факт. При движениях тела рук-ног улучшается деятельность сердца и сосудов, нормализуется работа нервной и дыхательной системы и поднимается настроение. Присоединяйтесь к нашим упражнениям. Всем доброе утро! Меня зовут Катерина, и я являюсь инструктором групповых фитнес-тренировок. Сегодня мы для вас и телеканала «Кызылжар» дадим тренировку с моими помощницами Ксенией и Юлей, для того, чтобы правильно начать свое утро. Данный комплекс мы будем отрабатывать с ударами, и для вас мы подготовили два варианта выполнения. Ксюша будет выполнять более легкий вариант выполнения, Юля более сложный для более продвинутых в фитнесе. Итак, мы начнем с разминки. Ноги врозь, шире плеч, руки ровные, параллельно с полом. И мы выполняем переходы с носка на носок. Добавляем движение на плечевые суставы. И в обратную сторону. Плавно повышая темп, локти. Продолжаем переход с носка на носок. Отлично, в другую. Супер, выпрямляем руки. Правая. Дополняем более интенсивные развороты корпуса. В обратную. И снова переход. Отлично. Захлёст с правой. Супер. Наверх. Перед собой. И сейчас снова возвращаемся с носка на носок.
И будем разбирать первое упражнение – отработка ударов. Каждый переход между упражнениями мы будем держать кулачки перед собой и выполнять в прыжке с носка на носок переходы, либо в шаге. И здесь с разворотом корпуса мы выполняем удар в сторону и выпад. Колено почти, но не касается пола, почти близко к полу, но не касается. Здесь выдох, вдох, выдох, вдох. Широкий шаг, колено опорной ноги не выходит за носок. Следим за дыханием. Выполняем упражнение 40 секунд. Мы продолжаем работать, и сейчас мы отработаем удары в прыжке. И здесь два удара вперед, два прыжка вперед, один удар вперед, и возвращаемся в исходное положение. Работаем 40 секунд одна сторона, и 40 секунд обязательно разворачиваемся в противоположную сторону. Между упражнениями сделать отдых в течение 10 секунд. Либо сложный вариант в прыжке, либо переход на носки. И мы начинаем, занимаем исходную позицию. И 3. 2, 1, поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, выдох. Раз, два, выдох. Руки у лица. Раз, два, выдох. Три, два, раз. Три, два, раз. Три, два, раз. И сейчас мы будем продолжать работать с ударами, и далее мы отработаем мышцы ног. Здесь мы выполним удар правым коленом и удар назад левой ногой. Основной вариант у нас будет работа в прыжке на ударе коленом, и здесь хороший наклон корпуса, опорную ножку сгибаем. Выдох на подъеме колена, вдох на ударе назад. Легкий вариант, не забываем, делает Ксюша, если кому-то нужно. И поехали. Выдох, вдох. Выдох. Не забываем. 40 секунд выполняем на одну сторону. Правым коленом бьем. 10 секунд мы отдыхаем. Выдох, вдох. И 40 секунд мы меняем стороны. Выполняем удары левым коленом. Выдох. Работает корпус. Выдох. Руки навстречу колену. Выдох. Выдох. Все. И сейчас мы отработаем мышцы пресса, точно так же свяжем ударами весь комплекс. И здесь мы будем выполнять подъемы корпуса. Исходная позиция, руки у лица, неполный подъем корпуса. И мы выполняем удар в противоположную сторону. Обязательно скручиваемся, делая выдох, вдох, возвращаемся в исходное положение. Ножки врозь, колени согнуты, основной вариант. И более легкий вариант, это меньший подъем корпуса и также отведение кулака в противоположную сторону. Работа пресса обязательно, скручивание, и не забываем отдыхать между упражнениями по 10 секунд. Делаем? Угу. Не забываем про дыхание. Вдох, ложимся, выдох, встаем. Более интенсивные удары и хорошее скручивание, хорошая амплитуда выполнения. Выдох, вдох, выдох, вдох. И до конца мы не садимся, чтобы пресс не отдыхал, чтобы удерживать свой вес, свой корпус на весу. Вдох и выдох, разворот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И сейчас завершим мы наш комплекс заминкой. Исходная позиция. Стараемся выпрямить корпус. Стопы вместе, делаем глубокий вдох. И насколько получается ровным корпусом, мы опускаемся коленком. Держимся за носки, либо под коленями. Не спеша поднимаемся, спинка круглая. Заводим правое колено за левую ногу, спину выпрямляем. Разворачиваемся в противоположную сторону, смотрим назад. Спину выпрямляем, меняем стороны. Локтем тянем колено к корпусу, растягивая заднюю часть бедра, ягодичную мышцу. Макушку, как по струнке, тянем наверх, спина ровная. Ножки врозь. Не спеша поднимаемся, обнимаем себя правой рукой. Тянемся боком, смотрим наверх через руку, меняем стороны,
влево, смотрим наверх через руку и восстанавливаем дыхание. Глубокий вдох, выдох и закончили. Спасибо, спасибо за внимание, будьте здоровы! С 10 лет он занимается спортом. В свои 16 уже является пятикратным чемпионом Казахстана по велоспорту. И это только начало его карьеры. Сегодня у нас в гостях молодой спортсмен-велогонщик Данияр Шаяхметов. Данияр, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Все отлично. Давайте начнем с того, что когда вы пришли в данный вид спорта, сколько уже лет вы занимаетесь, почему выбрали именно этот вид спорта? Занимаюсь я с 10 лет, начал ходить в 16 году зимой. Начал почему? Потому что тренер пришел к нам в школу с набором детей. Он дал нам визитки, и мы с друзьями пошли попробовать, что это и как. Велоспорт. Почему? Потому что попробовал себя в других видах спорта, мне не очень сильно понравилось, а велоспорт зацепил. А какие бывают виды велоспорта? Виды велоспорта бывают шоссе, маунтинбайк, трек, даунхилл. А получается, ты у нас занимаешься? Я занимаюсь по треку. А, по треку, да? Угу. А были ли мысли когда-либо уйти, например, с данного вида? Какие бывают минусы? Мыслей не было. Минусы — это то, что тяжелый спорт, очень трудоемкий. И в основном это очень морально. Когда выходишь на старт, и тебе не по себе. Данияр, расскажи, пожалуйста, о своих достижениях. Мои достижения, самое первое, это в прошлом году на чемпионате Казахстана на велотреке Сарыарка. Дальше у меня были достижения в этом году, в августе. Занял 4-кратного чемпиона Казахстана, 4 первых места. А где проходил чемпионат? Чемпионаты все проходили в Астане на велотреке Сарыарка. Я так понимаю, что вы, у вас сборная, да, своя здесь, в Северо-Казахстанской области? Сколько у вас человек было? Сборная нашей области, это, ну, там некоторые люди выезжали, человек 7 точно. В основном у нас в сборной порядка 15 человек. А были ли какие-либо казусные моменты во время гонок? Ну да, были много раз даже. Вот на гонках, которые были вот в августе, ехали групповую гонку, и меня завалили. Как это? Ну, на меня упали другие люди. Серьезно? На треке, да. А в таких ситуациях что происходит? В таких ситуациях остальные гонщики едут нейтральные круги, а ты встаешь и дальше продолжаешь гонку. А, то есть даже если это не по твоей вине? Даже это если не по моей вине. Угу. Понятно. Расскажи, пожалуйста, есть ли условия у нас в городе тренироваться? У нас условий таких, как в Астане, нету. У нас нету ни велодорожек, ни отведенных специальных мест для нас, чтобы мы тренировались. Нам приходится тренироваться по дорогам общего пользования. И в Астане есть так велодорожка, там 20 километров, на которой мы несколько раз выезжали с тренером, катались. А у нас такого нету. Ну, я так понимаю, что очень тяжело ездить по обычной дороге, ну, где водители, пешеходы. Приходят такие моменты, которые подвергаются жизни своей. Вот у нас был недавно момент, когда на групповой гонке, хотя было все сопровождение полиции, водитель не отреагировал на полицию и проехал дальше и сбил мальчика. 2007 года он ходит, сейчас ходит, хотя бы начал ходить. А раньше у него колено не разгибалось. Угу. Ну, очень достаточно такие печальные истории. А собираетесь ли что-то с этим делать? Как-то, может, предпринимать? Будут ну, ли что-то? Это не мы должны предпринимать, это водители должны хотя бы как-нибудь понять то, что мы тоже едем с нормальной скоростью, как и машина, 40 км в час. Средняя скорость бывает у нас. Да что, даже бывает, нас не уважают, думают то, что едем и катимся, грубо говоря, так. Они выезжают наглую, и получается, нам приходится тормозить очень резко,
И бывают завалы из-за этого. Потому что один человек затормозил резко, а другой не успел. Была ли у вас встреча с Александром Винокуровым? Да, была. Угу. А как она прошла? Прошла хорошо. Вот это было в этом году, в июне. Это был велопробег как раз Винокурова. И мы там с ним постояли, поговорили. Он сказал, почему-то объехал меня. Ну, потому что я спринтер, сказал. Угу. А что такое спринтер? Спринтер — это отдельный подвид велоспорта именно на треке. Угу. Это на небольшие дистанции, там 250-100 метров максимум, и все. Угу. А ты сейчас учишься, да? Я сейчас, да, учусь в 10 классе. Угу. Удается ли тебе совмещать спорт с учебой? Ну, как-нибудь приходится. Туда успею, сюда успею. Угу. Вот ты говорил, что у нас есть трек в Астане. Вы, как часто вы туда ездите тренироваться? Тренироваться мы туда не ездим. Там бывают сборы перед гонками максимум минут, 10 дней где-то так. А вот когда выезжаем именно со сборной Казахстана туда на трек, там вот сборы по месяца два, по полтора месяца. Угу. Даняр, в данный момент смотрят люди, точнее родители, которые, возможно, хотят отдать своих детей в данный вид спорта. А как думаешь, какими качествами должен обладать ребенок, чтобы, например, ухватить данный вид спорта и как бы заниматься долгое время? Думаю, то, что должна быть выносливость, какая-нибудь все-таки физическая подготовка, и должен ребенок быть морально готов к тяжелым тренировкам. Угу. А со скольки лет можно уже заниматься? С лет 10 можно. Но поначалу там будут не сильно такие тренировки, но в дальнейшем будут тренировки тяжелые. Угу. Расскажи о своих планах. Мои планы в следующем году поехать, отобраться на чемпионат Азии и на чемпионат мира и занять какие хорошие места. Даняр, спасибо, что пришли. Я желаю вам только успехов. Хорошо, спасибо. До свидания. Милые дамы, это информация для вас. Парикмахер-стилист специально для вас делится секретами красивой и несложной укладки волос. Смотрите и запоминайте. Здравствуйте, доброе утро, наши дорогие кызылжарцы. Меня зовут Вильдана, мы с вами уже встречались. На предыдущих программах я делилась с вами советами, лайфхаками, как именно наносить дневной макияж именно себе, для себя. Вот. Надеюсь, что вы пользуетесь советами. А сегодня я также гид, ваш гид по сфере красоты, но сегодня буду с вами делиться советами, лайфхаками, как делать самой себе укладки красивые. Прежде чем укладывать свои волосы, я хочу остановиться именно на важном этапе. Самый важный этап, основа основ, так скажем, красивых волос – это уход и, конечно же, подготовка. Работаю в этой сфере уже 3 года, и очень много девочек знаю, которые не ухаживают за своими волосами, и у нас получается такой вот плачевный результат. Они просто стригутся или часто ходят на полировку. Полировка волос, немножечко хочу отметить, когда вот по длине волос убираем сухие кончики, но длину не теряем. Но часто делать полировку тоже не стоит. И поэтому, девочки, ухаживаем за своими волосами, увлажняем. Часто слышу, что подбирают именно неправильный продукт и косметику для волос. Если вам не подходит шампунь или бальзам, обязательно надо пробовать другие. Если у вас жирные волосы, то обязательно смотрим процент жирности именно в шампуне, в составе шампуня и бальзама. Также и масла, также и маски. Если у вас сухие волосы, то обязательно там процент жирности должен быть выше, конечно, чтобы увлажнять ваши волосы, пропитывать.
Часто задаваемый вопрос, почему у меня часто секутся кончики. Вроде бы только недавно стриглась, и у меня опять все пошло. Это у вас останется, если даже вы длинные волосы до пояса уберете под каре, все равно через некоторое время у вас опять-таки сухие кончики появятся. Почему? Потому что у вас сухие волосы. Чтобы такого не было, надо обязательно увлажнять. Вопрос еще часто задаваемый, как подбирать себе продукт, косметику. Так же, как я и говорила, надо смотреть на процент, на состав. То есть невозможно сказать, я сейчас как бы вас не вижу, и поэтому я не могу сказать, да, кому какой шампунь больше подходит. Тут надо смотреть состав, тут надо читать и, конечно же, пробовать. Самый такой вот распространенный, вот, как бы скажем, вариант – это пробовать. Как узнать, этот шампунь, ну, продукт вам подходит или не подходит, или вы хотите проверить, а не знаете, как это все смотреть? Волосы точно так же, как и кожа. На кожу наносите какой-нибудь крем, и у вас сразу раздражение появляется. У вас какие-то там шелушения, или вы какой-нибудь зуд уже чувствуете. Да, этот крем не ваш. Значит, надо убирать, надо пробовать другой крем. Точно так же и с волосами. То есть вы купили шампунь. Лучше, конечно, тестеры брать, если вы пробуете, хотите подобрать. Получается, нанесли через где-то час после сушки, через час, так скажем, 2 часа. Если вы чувствуете жирность, тяжелые волосы, и кончики у вас становятся неживые, значит, этот продукт вам не подходит. То есть этот продукт или сушит, или просто, наоборот, добавляет процент жирности для ваших волос. На этом наша передача подходит к концу. Мы желаем вам отличного самочувствия и успешного дня. До скорых встреч. Не переключайте телеканал «Кызылжар», ведь впереди все самое интересное.